Режим фронт. В бою участвуют две команды. Цель – заработать больше очков, чем противник. Для победы обязательно набрать минимальное количество очков. Очки зарабатываются следующими способами. Захват позиций дает больше всего очков. Успешный захват одной позиции открывает следующую. Захват позиции расчищает участки карты от ботов. Доставка документов. В нескольких местах на карте расположены документы. Чтобы получить очки, нужно доставить их на свою базу. Документы имеют разную ценность расположения. Обычные документы, как правило, имеют меньшую стоимость и есть на карте в нескольких экземплярах. За особые документы и документы команд придется побороться. Уничтожение ботов. Чем опаснее бот, тем больше очков за него дается команде. Самая ценная награда за ботов дается при уничтожении тяжелого бойца. Этот боец появляется ближе к концу боя. Награда за ликвидацию такого бойца дается той команде, которая нанесла финальный урон. В этом режиме, если вас добили или всю вашу команду ликвидировали, можно безнаказанно выйти из боя до его завершения. Награда будет начислена позднее. Используйте разные тактики. Адаптируйтесь под ситуацию. Сражайтесь с умом. Удачи в бою!